Добрый день, друзья! В эфире интернет-телевидение СБ. Мы начинаем с небольшим опозданием, но 2 апреля отмечается День геолога. О полезных ископаемых и диверсификации их белорусского импорта сегодня будем говорить с министром природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Андреем Марленовичем Кавхута. Андрей Марленович, здравствуйте. Здравствуйте. Несмотря на то, что вы как-то у нас в студии были с белорусской нефтью, которую вот только-только тогда нашли в месторождении, тем не менее принято считать, что Беларуси не совсем повезло с полезными ископаемыми, и они относятся, ну, к категории труднодобываемых, так называемых. Вот скажите, в связи с тем, что сейчас год науки, наши белорусские ученые каким-то образом технологии подключают к тому, чтобы это стало экономически оправданно, выгоднее, ну, как-то удобнее добывать, какие-то новые появятся проекты, не знаю, программы, еще что-то, расскажите про это. Геологоразведка, она в целом очень наукоемкая такая отрасль, потому что действительно приходится на нашей территории добывать сейчас уже месторождения не только расположенные на поверхности, но и на глубине. И, безусловно, без профессиональных рекомендаций, научных рекомендаций, конечно, было бы не только сложно, но и невозможно определять месторождения и добывать полезные ископаемые. Поэтому научные знания, они абсолютно необходимы как для проведения геолого-разведочных работ, так и для обоснования необходимости и возможности добычи полезных ископаемых, ну и применения вот этих полезных ископаемых, которые добываются, в качестве сырья для промышленности сельского хозяйства. Поскольку добываемое сырье, ну, оно зачастую требует доработки, переработки, чтобы она соответствовала, чтобы полезные ископаемые соответствовали тем стандартам, которые необходимы для промышленности, сельского хозяйства как сырье. Ну, это такое немножко, как бы понятно, что наука необходима, без нее сейчас нигде, но, тем не менее, может, какие-то конкретные приборы, технологии, американцы вон сланцевую нефть добывают, да, и она позволяет, так сказать, делать дешевле принципиально стоимость нефти, может, у нас вот в этом безусловно, плане конкретики какой-то? Безусловно, необходимо, во-первых, новые приборы, оборудование, которое есть и закупается, производится частично в нашей стране для поисков разведки, ну и для добычи, вот если говорить о сланцевом газе, сланцевой нефти, то у нас Беларуснефть производит и в нашей стране гидроразрыв пласта, это как раз та процедура, которая в Америке определяет вот добычу сланцевого газа, поэтому такие технологии у нас тоже применяются, они достаточно сложные, когда нужно на больших глубинах особенно разорвать пласт, получить более благоприятные условия для добычи нефти. Кроме того, безусловно, очень важны и технологические исследования. Это исследования направлены на возможность получения сырья вот конкретных материалов. Ну и, безусловно, если говорим о современных технологиях, и это относится в первую очередь и к геологии, это комплексное исследование, это применение всех возможных методов, не только наземных, как мы говорим, но и дистанционных. Поэтому использование современных летательных аппаратов совершенно необходимо для поисков, для разведки, ну и если говорить о нашем министерстве, и для охраны окружающей среды, для наведения порядка на земле, чтобы те карьеры, которые и разрабатываются, они также соответствовали требованиям, не приносящим ущербу или же минимизировать этот ущерб для окружающей среды. Дорогие друзья, мы работаем в прямом эфире. Вы можете задавать вопросы министру непосредственно в интерактивном чате. Мы постараемся на все ответить. Вопросы уже поступают. Ну, давайте сначала о наших. Андрей Марленович, с углеводородами, в принципе, все понятно. Ну, вот все знают, что у нас есть калийные удобрения. Недавно узнали о цементе. Еще какие-то находки, так сказать, происходят. Может быть, чем может еще похвастаться Беларусь вот с точки зрения добычи и экспорта каких-то полезных ископаемых? Ну, у нас, кроме названных месторождений полезных ископаемых, безусловно, очень важными являются воды, но это мы говорим не только об экспорте, потому что он сейчас есть все-таки тоже, и пресные воды, но и можно говорить, что минеральные воды используются для лечения в санаториях, которые очень широко известны зарубежным гостям и приезжают к нам и не только из России, в общем-то, большое количество отдыхающих, но и из других стран. Говоря об экспорте, безусловно, можно говорить и о строительном камне. Это тоже вот хоть и строительное сырье, но достаточно широко используется и для дорог и так далее. И по этому виду сырья почти в 2 раза больше было его в 2016 году вот добыто, экспортировано. Это один из тоже важных объектов экспорта. Это не отделочный камень, а камень для гравий. Это гравий, но гравий, сейчас да. Есть и месторождение
отделочного камня. Гранит, да, вроде бы. Ну, да. Граниты, угу. Да, диабазы и так далее, которые могут обрабатываться и в качестве облицовочного материала применяться. Это одно из таких перспективных направлений использования сырья. Ну, и сейчас очень актуальна проблема использования торфа, который это было и раньше, но торф не в качестве топлива, или же не только в качестве топлива, но и как... предмет комплексной переработки, получения гумусов, удобрений высококачественных, органических удобрений и экологических чистых. Это и сапропель, который также в огромном количестве у нас имеются запасы сапропеля. Сейчас наращиваются объемы добычи этого вида сырья. Сапропель – это не только удобрение, но это каждый дачник знает, что да, это важная часть огорода. Да, да. И по многим другим направлениям, ну, мы говорим в первую очередь об импортозамещении, это те же самые стекольные пески, которые обеспечивают нашу промышленность в отношении получения сырья для стекла. Ну, правда, качество его, не качество хрусталя все-таки, есть примеси железа в нашем сырье, но стекло да. Да, и для бутылок, например, угу. Оно пригодно и обеспечивается наши потребности. Вот скажите, одна из больших проблем все-таки – это зависимость нашей страны в энергетической сфере, в том числе от Российской Федерации. Сейчас в связи с этим очень много говорится о диверсификации, так сказать, нашего импорта. Вот на ваш взгляд, профессионала, геолога и министра, вот скажите, как может выглядеть диверсификация вот белорусского импорта полезных ископаемых? Ну, говоря об энергетическом сырье, да? Да, говорите, пока энергетика. Ну, давайте вот энергетика. Ну, если да. говорить о нефти, то, наверное, мы не будем говорить, они именно как топливо для сжигания, в основном топливо для автомобилей и так далее. Но у нас, говоря об использовании возобновляемых источников, надо отметить, что она, в общем-то, у нас увеличивается, хотя сейчас еще небольшой процент используется, например, энергии ветра, солнца и так далее. Но это проценты, но в два раза тоже в 2016 году больше использовалось вот этот вид энергии по сравнению с 2015 годом. Солнечные батареи, энергия ветра, энергия недр, опять же, геотермальная энергия. Какие-то технологии энергосберегающие. Да, это, да. безусловно, энергосберегающие технологии, которые уменьшают использование энергетических ресурсов в технологических процессах. Ну и если уж говорить об энергетике, то, безусловно, большое внимание сейчас отводится и местным видам топлива. Это в перспективе может быть и РДФ-топливо, которое может использоваться. Ну, что такое, не все телезрители поймут, ну, РДФ. РДФ-топливо – это как раз те отходы, которые после извлечения вторичных материальных ресурсов ну, могут сжигаться, безусловно, при определенных условиях, и служить также альтернативой для топлива, которое ну, используется, например, такая технология в западных странах. Вот у нашей соседки Польши, например, есть такие предприятия. Ну и, безусловно, вот альтернативные источники энергии, или как называют, возобновляемые. Ну и нельзя снимать со счетов местные виды топлива, кроме дерева, так, ну, дров таких традиционных. Это и щепа, которая может быть получена, например, из пней, которые также могут быть использованы в качестве топлива. Это и те же кусты, которые, в общем-то, так загрязняют, ну, или усложняют. Сельскохозяйственные земли, и в этом направлении также работают, и наше министерство участвует в этом процессе. Ну, наверное, известно, опыт сейчас проводится в Брестской области по использованию, ну, это зарубежная техника для кошения на болотах, где, с одной стороны, убираются кустарники для того, чтобы улучшить растительность, в том числе и редкие виды растений, животных, птиц, ну, и при этом очищаются поля, а вот скошенные, скажем так, кусты, они в качестве топлива, наверное, да, они прессуются и используются в качестве топлива. Ну, я знаю, что Беларусь еще, и если все-таки коснуться конкретно газа и нефти, еще и ищет возможности диверсификации на мировом рынке. Вот, в частности, писали нефть из Ирана и так далее. Вот в этом направлении свое что-то ищется и осваивается. Ну, да? У нас, надо сказать, та задача, которая поставлена по увеличению добычи, постепенно уже она увеличивается. Сейчас это, может быть, не очень большие цифры, но уже по сравнению с 2015 годом, в 2016 году было добыто на 8 тысяч
тонн больше, чем в прошлом году. И уже начиная с этого года, та тенденция, которая в предыдущие годы была как бы снижение добычи, и потом на определенном уровне она удерживалась несколько лет, то уже сейчас наметилась тенденция к увеличению добычи. Но это будет постепенное увеличение. Будем стараться удержать, увеличить добычу нефти, которая у нас, впрочем, используется, на экспорт идет наша нефть также. Давайте на вопросы от зрителей некоторые ответим. Андрей Марленович, как вы, как профессиональный геолог, можете ли рассказать, какие геологические процессы привели к тому, что золото, алмазы, руда есть, но залегают глубоко? Это последствия ледника, спрашивает Станислав из Гродно. Станислав, наверное, пишет либо диссертацию и решил воспользоваться. Ну, если глубоко не уходить такие в научные такие сентенции, да, такие, да, исследования, можно сказать, что у нас как раз территория Беларуси, она располагается на платформе, а строение платформы таково, что выделяется такой фундамент, как мы называем, это кристаллические такие породы, вот гранит известный, базальт и так далее. И на территории платформы, на нашей территории, она покрыта как раз осадочным чехлом. Это результат в том числе и деятельности ледника. А золото, алмазы, если говорить об их, скажем так, вот, как мы называем, первоначальном залегании, то они именно находятся вот в этих породах фундамента кристаллических. И верхняя часть, вот так называемый осадочный чехол, сформированный в последующем, в том числе и в результате ледника, ну, он достаточно мощный у нас на территории Беларуси, порядка 300-500 метров. Вот через него надо пробиваться. Да. Через него надо пройти, и там как раз, ну, не везде, а, безусловно, в тех регионах, вот мы уже называли, это золото у нас выявлено там же, где и железорудное есть месторождение, то вот как раз эти 200-300 метров отделяют нас от тех вот месторождений, которые, ну, пока еще нельзя сказать месторождения, потому что они должны быть разведаны в тех объемах, которые будут подлежать промышленному освоению. У нас сейчас есть проявление и повышенное содержание вот таких полезных компонентов, но пока еще экономически это нецелесообразно добыча. Кстати, вы подчеркнули, что в Беларуси запасов много пресной воды и пишут, что даже больше, чем нефти в Саудовской Аравии. Вот, может, подробнее тоже, как разрабатывается этот ресурс, каким образом эта вода может поставляться за границу еще как-то? Ну, на самом деле, если мы проанализируем сейчас цену на нефть и на воду, даже в магазинах, то мы увидим, что она сейчас уже почти сопоставима. Да, да. Поэтому, действительно, это очень важный ресурс. Безусловно, без него вообще невозможно. Но, говоря об экспорте, следует отметить, что наши страны-соседки, Россия, Украина, Польша, Литва, Латвия, они, в общем-то, тоже обладают достаточными ресурсами этого сырья. Да, да. Поэтому, безусловно, во-первых, конечно, мы должны создавать какие-то бренды, которые позволили бы, ну, показать и подтвердить, что наша вода лучшего качества. Ну, можно сказать, что, например, у нас уже есть вот виды воды, которые еще с советского времени потреблялись вот бывшими советскими республиками, и сейчас там тоже пользуются спросом, несмотря на обеспеченность водой. Но, говоря о том, чтобы посылать куда-то или транспортировать, здесь, безусловно, это больше коммерческие вопросы. И транспортировка, безусловно, делает вот это полезное ископаемое сложноватым для экспорта. Но время идет, и качество белорусской воды, которое мы постоянно стараемся поддержать и содержать, скажем, недра так, в такой вот первозданной чистоте, безусловно, позволит нам еще увеличить стоимость этого сырья. Давайте еще вопросы от зрителей. Когда, вот, кстати, о воде. Когда, наконец, уже весь Минск будет пить артезианскую воду? Давно обещают. Сергей из Минска спрашивает. Ну, как раз уже большая часть Минска все-таки обеспечена. 2-3 района только без артезианской. Да, только некоторые воде. Районы сейчас еще обеспечиваются водой из поверхностных источников. Но я могу сказать, что качество этой воды контролируется. И качество абсолютно хорошее, пригодное к использованию. Ну, а говоря о воде артезианской, то, безусловно, если уж говорить о необходимости такой потребления воды, можно ее приобрести
бутылированном виде в достаточном количестве. Ну, тем не менее, я так понимаю, вопрос всех районов подключения к артезианской воде не совсем министерство, да, наверное, горосполкома. Ну, безусловно, да? Да. Но этот вопрос тоже не такой как бы однозначный, поскольку если проанализировать, то мы не только воду используем в качестве питьевой, мы же используем ее в хозяйственных нуждах, ну, помыть посуду, там, белье и так далее. Поэтому, ну, в общем-то, действительно, если говорить о воде для питья и, ну, если какие-то есть вопросы по предпочтениям качества воды, то, безусловно, опять же, полностью обеспечен и Минск, в том числе, водой вот, бутилированной, которую можно приобретать и потреблять, прочитав там качество, состав и так далее. Пишет Виктор Михайлович из Гомеля. Слышал, что у нас в Гомельской области скоро наладят широкомасштабное использование солнечных батарей. Так ли это? Настолько оправданно? Ведь строим атомную АЭС. А если солнечные батареи – это хорошо, то почему они у нас еще дорогие такие? Ну, солнечные батареи действительно – это перспективный вид использования энергии, такой солнечной энергии. Ну, говоря о полезных ископаемых, безусловно, мы говорим, что они большинство, подавляющее из них, невозобновляемые, а как раз энергия солнца, в общем-то, возобновляемая. И плюс еще использование этой энергии в том, что действительно постоянно уменьшается в стоимости оборудования, которое необходимо для получения такой энергии. Поэтому это абсолютно однозначно перспективный вид получения. Это правда, что в Гомеле что-то? Ну, там, есть компании, которые действительно изготавливают там. Но могу еще сказать, что в отношении солнечных батарей, безусловно, сейчас еще не составляет как бы конкуренции, но здесь, наверное, не стоит говорить о конкуренции, скажем так, традиционных видов энергии и возобновляемых источников энергии. Я уже сказал, это порядка да сейчас... Да и солнце у нас-то, к сожалению. 2% в целом составляет, и солнца не так много. Но, безусловно, это будет востребовано, потому что, говоря и в том числе об атомной станции, передача энергии, это все-таки нужны провода, там установка опор и так далее. А для отдельных объектов, которые сейчас очень широко развивается в Беларуси, например, агротуризм, санатории какие-то. Тянут туда эти мощности. Да, невыгодно, то, безусловно, для небольших строений, для небольших объектов, ну, те же самые автозаправочные станции на трассе и так далее, могут обеспечивать такие вот свои потребности возобновляемыми источниками энергии, в том числе вот и солнечными батареями. Или ветряками вот этими мощными. Или ветряками, да. Там, где... Ну, кстати, могу еще и сказать, что в Минприроды существует кадастр возобновляемых источников энергии. Он и в открытом виде есть, то, что касается тех территорий, где развивать можно и выгодно такие вот, установки устанавливать, ветроустановки, солнечные батареи. Эту информацию можно получить в Минприроды, потому что, ну, действительно, не везде там есть солнце у нас или такое в достаточном объеме, и ветер. В некоторых регионах его больше за счет и переноса масс, и рельефа местности. Поэтому все это можно, эту информацию можно у получить в Минприроды. То есть, если какой-то, например, не знаю, там дачный кооператив или какой-то поселок вот решил, не знаю, ветряк установить, он может к вам обратиться и поинтересоваться? Да, он может обратиться и даже бесплатно получить эту информацию о том, где какие места более предпочтительные или же более удобные для размещения того либо иного вида. А компании есть, которые это устанавливают? Принципиально вообще есть такие? Да, безусловно. Есть, конечно. И у нас, например, ветроустановки, у нас широко вот представлены, ну, например, на Новогрудской возвышенности или же вот в районе Новогрудка, там как раз высокие холмы такие. И ветер. Да, и ветер достаточно сильный, где реально используется он для... в том числе и объектов таких промышленных, сельскохозяйственных. Понятно. Вопрос еще. Добрый день. Читал, что в 2017 году планируется пробная эксплуатация месторождений янтаря. Это действительно вчера и наше издание писало. Пишут, что можно добывать десятки тысяч тонн. Расскажите об этом подробнее. Спасибо, Владимир Борисович из Минска. И мы спрашиваем. Да, у нас на самом деле есть вот янтарь, проявление. Мы все-таки называем это сейчас проявлением янтаря, поскольку, говоря о месторождении, надо говорить о каких-то запасах, конкретно оцененных, о способах добычи, причем такой промышленном масштабе. Мы говорим о проявлениях, потому что на самом деле в Брестской области в основном, и это подтверждается теми находками, которые есть в музее, вот в музее научно-производственного центра по геологии и в институте геологии, который сейчас как раз вот у нас образован в 2015 году. Есть образцы белорусского янтаря, очень крупные по размерам, больше чем ну, два кулака такие даже, крупные, реальные добытые у нас. Но это отдельные находки, которые подтверждают то, что такие запасы у нас есть.
Но если мы говорим о промышленной добыче, то, безусловно, должны быть проведены геолого-разведочные работы, которые были выполнены, продолжаются еще и сейчас. И уже сейчас наши специалисты предложили и оформили юридически такой способ, как пробную эксплуатацию, имея в виду, что в процессе разведки этот янтарь, который будет добыт, будет учитываться, и с учетом необходимости, может быть, где-то как-то и реализован в дальнейшем, если он будет, для того, чтобы, сейчас, когда это сырье востребовано и имеет высокую цену, принести пользу и, может быть, использовано для, экономики нашей страны. Я слышал, что Китай большие объемы готов закупать янтаря, еще некоторые страны. Сейчас как-то мода к этому возвращается. Да, поэтому сейчас эта пробная эксплуатация, безусловно, надо сказать, что тот и негативно в определенном степени, это опытом, наверное, не хочу я называть, но когда нелегально были попытки добычи. У нас и вопрос, смотрите, пользователь спрашивает, я такое страшное видео смотрел, на Украине нелегально добывают янтарь в пограничных с Белоруссией районах, а еще воду воруют из наших водоемов для размывания грунта. Что-нибудь делает ваше министерство, чтобы нелегальный Укрбурштин не воровал наши природные ресурсы, спрашивает Кацур Михаил из Пинска. Да, безусловно. Наши инспекторы по всей территории Беларуси, и в частности в Брестской области, безусловно, обращают проблема внимание. Проблема есть, да, такая? Была она, скажем, была, поскольку были такие факты, выявлены нашими специалистами и соответствующими правоохранительными органами, пресечены были такие способы добычи варварские, поэтому сейчас мы говорим о том, что разработана нормативная база, подготовлен проект как раз пробной эксплуатации, это в первую очередь в Жабинском районе будет реализован этот проект. Этот проект предусматривает не только такое правильное выполнение геолого-разведочных работ и эту пробную эксплуатацию, но и соответствие экологическим требованиям тех работ, которые будут проводиться. И все это будет проводиться не только в соответствии с этим проектом, специалистами, но и под контролем наших инспекторов, которые будут особое внимание обращать на эти районы, где будет такая добыча производиться. И как эти работы вестись должны, чтобы тоже обращали, наверное, внимание? Там будут различные способы, это будет и с помощью, шурфов таких и так далее, где-то, может быть, бурение и неглубоких скважин, но, опять же, это будет под контролем в соответствии с проектом, обеспечивающим экологическую... Кстати, по геолого-разведке Беларусь, вы, я помню, говорили, пишут об этом, предлагает инвесторам участвовать в разработке ряда месторождений полезных ископаемых. Но в основном я читал, что это сырье для производства строительных материалов. В связи с тем, что строительный рынок немножко просел в связи с кризисом, инвестиций немного, как-то это вы учитываете? Какая-то идет подвижка в этой области? У нас не только такие общераспространенные полезные ископаемые или строительные материалы, о которых вы говорите. У нас как раз наибольший объем инвестиций в калийные удобрения. Это и Славкалий, это и Беларусь. Калий в отношении Петриковского месторождения. И в целом эти проекты, инвест-проекты, которые реализуются на нашей территории, они уже сейчас заключены на 3,5 миллиарда долларов реализуемых проектов. В первую очередь, это еще раз повторю, калийные. То есть это инвестиции в добычу данных полезных ископаемых. Это общие объемы, то есть это на какой-то период я цифру назвал. Но сейчас уже идет реальное вложение, это и отечественные инвесторы, как я сказал, Беларусь калий, это и зарубежные, как Славкалий. Те месторождения, о которых вы говорите, это месторождения общераспространенных полезных ископаемых. Кроме них есть еще и месторождения нефти-2, которые разведаны и тоже предлагаются инвесторам для разработки. Это и месторождения цементного сырья. Поэтому, в общем-то, различные виды сырья предлагаются для инвесторов. Общераспространенно, надо сказать, это в основном реализуется в областных исполнительных комитетах. Это компетенция областных властей как раз привлечь инвесторам, получить прибыль и создать все-таки благоприятные условия при разработке и для окружающей среды. Это необходимо. Еще такой вопрос, это уже к вам, как к профессиональному, наверное, геологу. А профессия геолога перспективна ли в
какой вуз нужно поступать, какой конкурс, как потом с трудоустройством, с социальным пакетом, с возможностью карьерного роста. У меня сын школу заканчивает в этом году. Вот думаем, живем в Кобрине, Серко Владимир. Прям вам 10 вопросов сразу. Ну, безусловно, я считаю, та профессия перспективна, которая нравится все-таки человеку. Угу. Человек должен любить с этого начинать, свою работу, да, и тогда он сможет реализовать себя, поэтому... Говорить о том, что вот я что-то буду выбирать и потом приду там на готовое, ну, наверное, ни одна профессия это не предполагает. Как раз это необходимо обучиться, применить свои знания и получить, соответственно, результат своей работы. Говоря о вузах, ну, если это геология, это Белорусский государственный университет в отношении... В Минске. Да, в Минске в отношении геолого-разведочных работ. Это Гомельский университет, где тоже есть геолого-разведочные, готовят геологов-разведчиков. Это и БНТУ, это значит, университет, который готовит разработчиков месторождений полезных ископаемых. Это и БГТУ, Государственный технологический университет, который готовит специалистов-технологов по как раз вот получению из сырья каких-то продуктов. То есть это все связано, в общем-то, с геологией. Ну, а я назвал еще, в Бресте есть тоже университет, где там специалисты. Вот, как Бресте раз, готовят, если... Кобрин, это рядом с Брестом. Там как раз специалисты есть, которые и геологи, и специалисты в области изучения янтаря, поэтому таких вузов у нас много. Это и в Могилеве есть университет, где ну, готовят тоже, в общем-то, специалистов, интересующихся. То есть надо любить свое дело, учиться есть где, да? А мест для разведки тоже найдется, ну, работы. И, да, могу и сказать, что это если геолог специалист, он работает и не только тут в Беларуси, и много коллег моих, и вот студентов, которые тоже готовили, в общем-то, тоже будучи преподавателем одно время. Поэтому они работают в Российской Федерации, за рубежом, в других странах. Ну и сейчас нам нужны такие специалисты, которые бы осуществляли экспорт геологических услуг за рубеж. Так вот расскажите, кстати, это отдельная тема. Да, наши геологи привлекаются ли к работе за рубежом? Где, что? Вот так вот расскажите. Да, у нас действительно сейчас развивается вот это направление. Оно достаточно успешно развивается. Ну, можно назвать 4 организации, основные, которые выполняют вот эти работы. Это «Беларусьнефть» в первую очередь, это компания «Дельта» в Гомеле базирующаяся, это «Геосервис», выполняющий такие вот работы, связанные с строительством и так далее. За рубежом, это, да? Да, это и научно-производственный центр по геологии. В целом объем вот таких работ по экспорту геологических услуг за 2016 год составил 28,8 миллионов долларов, ну, около 30 миллионов долларов. Ну, и мы надеемся увеличивать эти вот цифры. Ну, говоря вот о научно-производственном центре по геологии Минприроды, надо сказать, что сейчас серьезно прорабатывается вопрос по бурению скважин на воду в Египте, в Судане, как и по другим там видам полезных ископаемых. Ну, и это мы говорим о геолого-разведочных работах, но они в сочетании идут, конечно, там целый комплекс. Это и строительство теплиц, которое осуществляет Минсельхозпрод, должно заниматься. Это и разработка потом месторождений, которая, возможно, будет по результатам таких работ проведена. То есть такие объекты по всему миру, в принципе, безусловно, есть. Так что для этих молодых людей есть и перспектива в командировке посетить мир, посмотреть. Да, безусловно. Да. Так, про янтарь мы уже спрашивали. Сейчас скажите, почему у вас мало ветряков? Или нужно, чтобы газ этот стоил, как в Европе, чтобы наши засуетились с зеленой энергетикой и с энергосбережением? Такой вопрос. Ну, не будем скрывать, что это так. Угу. Действительно, с увеличением цены на традиционные вот такие виды топлива, безусловно, будет более конкурентоспособны и вот эти возобновляемые источники энергии. Хотя я уже сказал, что они становятся конкурентоспособны еще в связи с тем, что уменьшается стоимость оборудования, оно совершенствуется, увеличивается его мощность, поэтому и за счет этого увеличивается спрос на возобновляемые источники дешевле, энергии, тем, да. Да, и на соответствующее оборудование. Большой вопрос, уважаемый Андрей Марленович. Последние дни в СМИ из ваших уст и уст ваших коллег прозвучала информация о разведанном месторождении нового вида полезного ископаемого базальтов. Скажите, пожалуйста, какая из подведомственных организаций министерства выполняла эти работы? И, может быть, назовете фамилии руководителей, сотрудников, геологов, непосредственно задействованных в производстве этих геологических работ, которых
лично вы хотели бы отметить как специалистов, благодаря труду которых это было реализовано? Спасибо за ответ, Сергей. Это мы, знаете, подводим к концу программы, чтобы вы еще и поздравили своих коллег вот с Днем геолога. Ну, да. Я хочу сказать, что пока еще до конца не разведан этот вид сырья. Это открыто месторождение сейчас. Сейчас еще продолжаются работы. Это и бурение скважин, и технологические испытания образцов. И вот наши коллеги тоже уже и вчера вот на пресс-конференции достаточно подробно об этом говорили. Это сырье может быть использовано как импортозамещающее сырье для производства синтетических вот этих волокон, каменного литья. Каменная вата, вот это да, тоже, да? Да, вата вот эта. Да, каменная. Базальтовые утеплители же. Да. То, что сейчас у нас закупается. И еще там туфы, которые сопутствуют, значит, базальтом, они могут быть использованы в качестве удобрения, ну и других еще целом ряде отраслей, которые у нас в Беларуси уже развиваются. Ну, говоря о коллегах, ну, я бы хотел бы действительно не конкретно выделять, потому что на самом деле мы награждаем грамотами людей, и очень много, я бы не стал бы, может быть, задерживать время, называя всех награжденных. Ну вот, давайте, у нас в воскресенье, да, День геолога на территории всего СНГ, почти бывшего СССР, он отмечается. Вот у вас есть возможность действительно своих коллег поздравить с этим наступающим праздником. Да. Поэтому позвольте, уважаемые коллеги, уважаемые сотрудники, работники геолого-разведочной отрасли, геологи, которые работают во многих отраслях, это и в дорожном строительстве, в нефтяной отрасли, в калийном производстве. Позвольте поздравить вас с этим днем. Конечно же, надо отметить и тех рабочих, которые работают сейчас в поле, ведут круглосуточное бурение скважин, важных для страны, открывают новое месторождение. Хотел бы вас поздравить с наступающим праздником, пожелать вам здоровья, благополучия, удачи, находки новых месторождений, выполнения своей работы четко, профессионально, грамотно, чтобы действительно то уважение, которое многими десятилетиями получили наши отцы и деды, оно также было и нашей заслугой. И пожелать вам всего самого наилучшего. Спасибо. Вас тоже с наступающим профессиональным праздником. Дорогие друзья, я еще раз напомню, что 2 апреля День геолога. Сегодня в гостях нашей студии был министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Андрей Марленович Кавхута. Спасибо. Спасибо большое. С праздником. Спасибо. Всего самого наилучшего. Спасибо. До свидания. Спасибо.